15 лет без Юрия Никулина. Невероятно, но до сих пор не покидает ощущение того, что любимый актер с нами. Его незримое присутствие в родном цирке на Цветном бульваре до слез смешит нас в своих комедиях. И спустя многие годы после своего ухода остается любимым, родным и самым важным человеком в жизни жены Татьяны. Может быть, именно так выглядит вечная любовь. С вами «Невероятная история любви» и я, Надежда Мейхер. Какая прелесть! Смешно, да? Многоэтажка в центре Москвы. Квартира на 8-м этаже. У двери фото хозяина. Дом, в котором живут воспоминания и одинокая женщина, скрывающая боль за сигаретным дымом. Татьяна Никулина. Скучаю не то слово. Мне просто его безумно не хватает. Хотя я всегда ощущаю, что он со мной. Воспоминания – это все, что у нее осталось. То, что спасает от глубокой апатии после потери мужа. Воспоминания с ней всегда. В квартире, где они вместе прожили почти полвека, в цирке на Цветном бульваре, где в далеком 49-м влюбились друг в друга. На манеже работники готовят арену к вечернему представлению. Под куполом за всем внимательно следит сам Юрий Никулин. Новые номера, сложный реквизит, молодые артисты. Неизменны только добрые глаза знаменитого циркового клоуна и неподдельное восхищение маленьких зрителей. Более 60 лет назад номер с конем показывал и молодой артист цирка Юрий Никулин. Только он был верхом не на бутафорской, а на настоящей лошадке. А где-то там возле прожектора сидела Татьяна, девушка, которая невероятно нравилась Никулину. Они случайно познакомились здесь, в цирке. Послевоенной Москве кавалерами не перебирали. И когда стеснительный, немного неуклюжий Юрий пригласил Татьяну посмотреть его выступление, девушка согласилась. Он так хотел ее поразить и удивить. И сумел. Именно в тот осенний вечер Юрий Никулин чуть не погиб. Лошадь жила по манежу, скакала, а Юра летал в воздухе по кругу. И в тот момент, когда должны были опустить Юру на манеж, служащий забыл перехватить лошадь. Случился несчастный случай, он попал под лошадь. Под крики напуганной публики окровавленного Никулина без сознания вынесли за кулисы. Врач скорой констатировал, клоун отделался сломанной ключицей и многочисленными синяками. А если бы конь ударил на сантиметр выше, в висок, спасти артиста уже бы не удалось. Лошадь быстренько уволокли с манежа, а Юра остался лежать. На носилках его увезли, унесли за кулисы. Я помчалась за кулисы узнать, что случилось. Его увезла скорая помощь Склифосовского. Никулин был уверен, после такого провала на манеже Татьяна и слышать о нем не захочет. Красавицы выбирают героев, а не клоунов-неудачников. 28-летний Юрий Никулин привык, что не пользуется успехом у девушек. Неказистый, стеснительный, нерешительный. До знакомства с Татьяной он уже познал первую драматически безответную любовь. Тогда Никулин вернулся победителем со страшной войны. Он выжил, потому что фотография и письма той, которая обещала ждать 5 лет, оберегали его от вражеских пуль. Он вернулся, а она нашла лучшего. И пригласила отвергнутого кавалера на свою свадьбу с другим. Чтобы хоть немного унять невыносимую боль от предательства, Никулин решил воплотить в жизнь свою заветную детскую мечту. Впервые попав в цирк, еще 5-летним мальчиком, Юра отчаянно хотел стать клоуном. В это яблочко! Раз, два, три! Цирк – это там другая совсем жизнь немножко, другая система взаимоотношений, координат привлекает. Какая-то магия в этом есть. 13 метров не случайно манеж. И люди, которые сюда попадают, им очень трудно отсюда уйти. Это серьезно, на самом деле. И вот Юрий Никулин, выпускник студии клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре, ассистент самого любимого клоуна Советского Союза «Карандаша». На глазах у зрителей и девушки, в которую уже успел влюбиться, во время выступления он позорно упал с лошади. Он провалил свой номер.
и одновременно упустил шанс хоть немного понравиться Татьяне. Но уже на следующее утро дверь его палаты открыла новая знакомая. Девушка не на шутку испугалась, когда неловкий кавалер чуть не погиб на ее глазах. Татьяна правдами-неправдами узнала, куда отвезли травмированного артиста. А потом, несмотря на объявленный в больнице карантин, прорвалась к Юрию. Потом был месяц ежедневных больничных свиданий. Он потерял голову от ее красоты, доброго характера и чуткости. А она рассмотрела за неказистой внешностью Никулина глубокого, внимательного и нежного мужчину. В такого невозможно не влюбиться. Он не ухаживал. Гулять он терпеть не мог, ходить просто. А я его очень быстро привела домой, и он приходил к нам домой. А ухаживания его заключались в том, что он пел. Пел песни. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. Это было в ноябре месяце, а в мае месяце мы поженились. Родители Татьяны радушно приняли Юрия, увидев, как сияют от счастья глаза дочери. Вот только родная тетя, узнав, что племянница выходит замуж за клоуна, упала в обморок. Тетка упала в обморок, когда узнала, что выбор пал на клоуна. Но потом выяснилось, что она клоуна последний раз видела там в 23-м году в Шапито. Он был пьяный, рыжий и кричал «Уй-юй-юй» все время. Вот у нее это отложилось, и другого образа просто не было. Чтобы успокоить тетю, как можно быстрее организовали знакомство с женихом Татьяны. Увидев своими глазами, что этот клоун в жизни парик не носит, водку не пьет, да еще и одевается опрятно, на семейном совете девушку с легким сердцем отдали за Никулина. Скромная свадьба и несколько лет коммунальной жизни. А потом Юрий Никулин стал любимцем публики. Сначала на манеже, а потом и в кино. В цирке молодые супруги всегда вместе. Татьяна с радостью ассистирует Юрию на арене. В доме же действует четкое распределение обязанностей. На Юре лежала функция снабжения. Хождение по магазинам, покупка необходимых вещей – это был Юра. Весь дом остальной лежал на мне. Готовка, уборка. Ну, все домашние дела, они все лежали на мне. И, в общем, я никогда не возражала против этого. Как и в каждой семье, рождение сына Максима внесло в жизнь супругов свои коррективы. Максюшка спал беспокойно. Юра просыпался, вставал к Максиму, там давал ему водичку. Просыпался Максюшка рано, Юра вставал к нему и занимался с ним часов до восьми. Когда я уже просыпалась, наступало время кормить, тогда уже он ложился доснуть. Была очень большая любовь к дому, большая любовь к семье. Но однажды над прежде идеальной семьей все-таки сошлись черные тучи. Режиссер Эльдар Рязанов пригласил красавицу Татьяну Никулину на главную роль в своем фильме «Гусарская баллада». Она уже успела помечтать, как взлетит ее актерская карьера. Но вдруг услышала от ранее нежного и чуткого Юрия категорическое «нет». Очень хорошие были фотопробы, очень удачные. А когда меня вызвали на кинопробу, Юрий Владимирович меня просто не пустил. Потому что киносъемка – это киноэкспедиции, это разные места. У Юры только было одно. Если он говорил «нет», то переубедить его было невозможно. Он решал это раз и навсегда. «Нет» и все. «Нет» значит «нет». Мудрая женщина покорилась любимому. И спустя несколько лет получила награду – счастье сниматься вместе. Пусть только в эпизоде, зато в народной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу. Я не знаю, ревность ли это. Нет, это не ревность. Это скорее чувство собственности, что ли. Потому что я была с ним, я при нем, и все. Я даже сказала бы так, Гайдай настолько ценил то, что я рядом с Юрой,
что я присутствовала на съемках. Он разрешал мне смотреть киноматериал, что обычно никому постороннему не разрешается. А мне разрешалось. Но какая же она посторонняя? Столько лет вместе с мужем. Знакомые уже давно привыкли к тому, что их семья – это единое целое. Никто и представить не мог их отдельно. В августе 97-го на запланированную операцию сердца Татьяна отпускала Юрия с легкой душой. Ничто не предвещало беду. Но этого хирургического вмешательства 76-летний актер не выдержал. Его сердце остановилось. Тогда словно остановилась жизнь его жены. Ведь ничем не восполнишь. Тут у маминой близкой приятельницы, тоже цирковая артистка она была, у него умер муж. И она приехала к ней в цирк, к маме, и говорит: вот, Танечка, ну вот так получилось. Вот когда это все пройдет? Она говорит: никогда. А теперь на всю жизнь. Пустоту ничем не восполнить. Он снова выходит из кабриолета, в котором снимался в фильме «Кавказская пленница». Смотрит на родной цирк, в котором проработал 50 лет. Отлитый из бронзы Юрий Никулин даже после смерти дарит людям счастье. Гости столицы и коренные москвичи уже знают. Прикоснешься к носу любимого артиста, и фортуна непременно приготовит тебе приятный сюрприз. Когда мы собираемся нашей внутренней компанией в кабинете Юрия Владимировича, и обязательно либо Максим, либо еще кто-то поднимают тост за Юве. И мы чокаемся. Мы чокаемся, потому что он не умер, а потому что он с нами.